У природы нет плохой погоды, а у метеорологов нет выходных. Каждый день, просыпаясь утром и собираясь на работу, мы смотрим, какая погода за окном. Знание наперед, чего сегодня ожидать от погоды, будет актуальным всегда. В этом нам помогает метеорологическая служба, и ее труд сложно переоценить. И как у любой профессии, у метеорологов есть свой профессиональный праздник, который отмечается 23 марта. Всемирный метеорологический день отмечают ежегодно 23 марта, начиная с 1961 года. В этот день, в 1950 году, была образована Всемирная метеорологическая организация. На сегодняшний день она является основным источником информации по вопросам состояния и поведения атмосферы Земли. Сегодня день, Всемирный метеорологический день, с одной стороны, а с другой стороны, день работников метеослужбы Российской Федерации. Но поскольку мы не являемся работниками гидрометеослужбы Российской Федерации, то мы как-то это дело особенно не афишируем, не проводим. Но всегда стремимся подойти к этому дню, ну, с какими-то, ну, своими научными успехами, с докладами и так далее. И вот в ближайшее время в Академии наук Татарстана состоится вот мой доклад с моими коллегами, который будет касаться как раз весенних дней, весенней погоды, вегетационный период, летней погоды и так далее. Для того, чтобы заблаговременно приготовиться к изменениям погодных условий, необходимо обладать достоверным прогнозом. Сегодня метеорологическая школа КФУ может предоставить своим студентам различные площадки для отработки профессиональных навыков. Мы начинаем работать с подразделением гидрометеослужбы всей Российской Федерации с тем, чтобы они принимали наших студентов на летнюю производственную практику. Это магистров, это студентов бакалавров старшего курса, бакалавриат старшего курса. И разъезжаются они, по сути дела, могут разъезжать по всей России. Что касается младших курсов, то обычно бывает для младшего курса, на втором курсе, это экспедиция на Волгу. Нынешняя кафедра метеорологии в прошлом пропустила через себя несколько этапов изменений. После ее непосредственного основания в 1923 году она принадлежала физико-математическому факультету и называлась иначе – кафедра геофизики. Уже в 1948 году ее перевели на географический факультет и стали именовать кафедрой метеорологии и климатологии. А уже заключительное название – кафедра метеорологии, климатологии и экологии атмосферы она получила в 1995 году. Залина Султанова, Фарид Захитаглы, Универньюз.